На первый взгляд, незначительные технические неисправности автомобиля, как неисправность рулевого управления или тормозной системы, могут привести к тяжким последствиям на дороге. Изначально вина лежит на водителе, потому что его халатное отношение к состоянию своего автомобиля часто приводит к серьезным дорожно-транспортным происшествиям и, как следствие, к большому числу ДТП со смертельным исходом. Инспекторы ГИБДД в штатном режиме проводят рейды по выявлению возможных неисправностей у автомобилей. Госавтоинспекция совместно с Ростехнадзором проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений со стороны грузовых транспортных средств, а также транспортных средств, занимающихся коммерческими перевозками, в том числе перевозкой людей. На Солодчинском посту ДПС сотрудники госавтоинспекции совместно провели рейд по выявлению технических неисправностей у автомобилей. Полицейские проверяли грузовые фуры, автобусы, маршрутные такси. Основные нарушения, на которые инспекторы обращают пристальное внимание, это неисправность рулевого управления, неисправность тормозной системы, нарушение правил перевозки граждан. Неисправная тормозная система у крупных грузовых автомобилей практически всегда приводит к серьезным авариям. В июне этого года в Челябинской области из-за неисправных тормозов грузовик протаранил 5 автомобилей. В итоге погибло 2 человека. По итогам рейда инспекторами ГИБДД было составлено 11 протоколов по административным нарушениям. Также один автомобиль был отправлен на штрафстоянку. Семен Иванов, телекомпания «Город».